Друзья, всем привет! Это шестая часть мастер-класса по пошиву корсета. И сегодня мы с вами сделаем изнаночную часть чашки не из бельевого поролона, а из фетра. Берем фетр средней плотности. С одной стороны мы его оклеим мягким дублерином. А с другой стороны, с помощью клеевой паутинки мы приклеиваем ткань. И у нас с вами получается вот такая пластичная заготовка, и из нее мы будем кроить детали чашки с надписью «Поролон». Напомню, что я работаю с выкройкой от нашей школы шитья «Классический корсет с чашками». Детали выкройки обводим по контуру. Чтобы не запутаться, не забываем подписывать и ставить метки на всех деталях. Кроим детали чашки в зеркальном отображении. Вырезаем. Готово, чашки раскроены. Теперь будем их сшивать в стык. Вот так. Шить будем швом зигзаг шириной 6 мм и длиной 1,5 мм. Соединяем детали. Сначала нижние. Так, закрепочка. И теперь пришиваем к ним верхнюю деталь. Обязательно шейте так, чтобы совпадали метки на деталях. Так, готово. Вот так это сейчас выглядит. Берем ленточку шириной 1 сантиметр и пришиваем ее сначала к нижнему шву двумя строчками. Так, отрезаем ленточку. И теперь закрываем верхний шов. Прикладываем на него ленту. И также пришиваем ленту двумя строчками.
Так, готово. Вот так это выглядит. Теперь чашкам обязательно нужно придать красивую круглую форму. Делаем это на специальной колодке для чашек. Итак, внутренние чашки для корсета у нас готовы. Продолжение на следующем уроке.